Во время пожара в лесу спасатели обнаружили маленького медвежонка, который сидел на обугленном дереве и был очень слаб. Медвежонку на вид было 5 месяцев, а весил он 5 килограммов. Его мать погибла в огне, а медвежонок сильно обгорел. Состояние дикого животного было критическим, и его жизнь находилась под угрозой. Спасатели дали малышу снотворное и обезболивающее и отвезли его в ветеринарную клинику, где медвежонку была оказана неотложная медицинская помощь. После лечения антибиотиками и противовоспалительными препаратами медведь начал поправляться и набирать вес, а его шерсть снова отросла. Он не только пил молоко, но и начал есть твердую пищу. Здоровье медвежонка пошло на поправку. Косолапого, после лечения, отправили в зоопарк. Там, в вольере, его ждали трое таких же детенышей, как он. Теперь у медведя есть друзья, и ему не будет скучно. Спасатели медвежат часто приходят в зоопарк, чтобы посмотреть на своего топышку, которого они спасли во время пожара. Медвежонок начал новую беззаботную жизнь, и ему не грозят ни голод, ни пожары. Вот и вся история. Не забывайте подписаться на канал и прожать колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения.